Я хочу пригласить вас на фестиваль «Благость». Это удивительное место, Черное море, Анапа, много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Она по природе женщина. Женщина, она отличается от мужчины тем, что когда она, ну, ребенок у нее есть, у нее стимул к действию уже не такой сильный. Знаете, вот у нее есть дети, да, она уже не так сильно хочет работать, как раньше, потому что она другую природу имеет. Да, это тоже называется дезадаптация. Женщины по природе, они очень сильно еще как бы привыкают к своей той жизни, которой они живут, и отвыкают от той, которой жили. Понимаете, женская природа такова. Если она где-то в какой-то среде тусуется, да, она там чувствует себя очень сильно. Как только она оттуда вышла, долгое время там не была, она вообще боится туда возвращаться назад, потому что она отвыкла. Ее надо приучать потом к этой среде. Нет, ей неохота, потому что она мать, понимаете? Она просто сидит с ребеночком. Ей классно. Она мать. Ей классно, с ребеночком хорошо. Она сидит и думает, блин, да нафиг мне работать. Муж зарабатывает и все, и мне и так хорошо. Она женщина просто. Природа женская. Сейчас она женщина просто, понимаете? Ее природа, конечно, вот администратор, как вы говорите. Просто поймите, женщина, когда она рожает ребенка, все остальное отваливается. Она становится матерью, и стимул к действию не пропадает. До тех пор, пока она вот сильно привязана к ребенку. Как только она отвязывается, она думает, что делать? Ну, пойду на работу опять. А она, когда поймет, у вас уже другая будет работа. Поймите такую вещь, что женщина, когда получила ребенка, ей по барабану, понимаете, там работа, здесь. Ну как это вот привести такой пример? Вот курица бегает, да? Ну бегает, она трудится, да, работает. Но когда у нее появляется яичко, она... Вообще никакой суеты. Почему? Потому что она вот получила свое и все, и больше ничего не надо. И поэтому она не знает, то ли идти на работу, то ли нет, потому что ей так хорошо, у нее ребеночек есть, все. И вы не дождетесь поэтому от нее, вы как бы ему чего-чего не доказываете. Ну, хорошо, но вы не поможете ей. Ну, допустим, вот человек нажрался, да, простите за выражение, ну, сытый. И а вот много, ну, как бы, праздник, понимаете, много всяких блюд, и он ходит, блин, что съесть? То ли это съесть, то ли это. Ну, не поможете ему, потому что он ничего не съест, он нажрался просто, понимаете? Надо подождать, пока он проголодается. То есть ребенок подрастет чуть-чуть, она, как бы, вот это ощущение вот сытости пройдет, и ей надо будет что-то еще делать. Да, но в этом времени вы уже другого найдете, я же говорю. Женщина меня понимает, да, о чем я говорю? Он не понимает, да, мужчина, ну вообще.